Здравствуйте, это программа «Голос Америки», студия Вашингтона, я ведущая Татьяна Ворожко. Усиление американских санкций против России стало причиной нового витка обострения дипломатических отношений между двумя странами. Здравствуйте, ребят! Эх, не нравятся мне такие новости. На Земле должны быть мир и дружба! Америка – удивительная страна, и я приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по Соединенным Штатам Америки, чтобы самим убедиться в многогранности и неповторимости этого края. Откройте для себя Америку заново! Let's go! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more.